41-летний Антон Лисов объявил о пополнении в семье. Жена музыканта Анжелика Иванова подарила ему сына. Солист группы Little Big сделал трогательное селфи с малышом, который появился на свет 12 дней назад. Лисов показал крупным планом личико ребенка и рассекретил его имя. Мальчика назвали Антоном, в честь папы. Певец признался, что присутствовал на родах и принимал активное участие в интимном процессе. «Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было. Принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы. Мелкий почти не орал, был удивлен, вращал глазами, привыкал», — поделился своими впечатлениями Лисов. Артист отметил, что друзья пытались отговорить его от отцовства. Однако Антон не испугался грядущих трудностей. За 9 месяцев беременности возлюбленный Лисов сумел подготовиться к своей новой роли. Теперь музыкант искренне наслаждается родительскими заботами. Только ленивый не предупредил о бессонных ночах и не закошмарил окончанием счастливой жизни. Писали, что самое радостное в отцовстве 3 дня, пока жена с мелким в роддоме. Сначала было смешно, потом поднадоело. Со всей ответственностью заявляю, что встать и переодеть человека пару раз за ночь совсем не сложно, подчеркнул Лисов. Антон сообщил, что его жена чувствует себя хорошо. Молодая мама взялась за восстановление фигуры. После родов Анжелика сбросила 15 килограммов и сейчас продолжает приводить тело в тонус. Лисов доволен переменами, произошедшими в своей жизни. С появлением Антона ко мне пришло ощущение того, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова 3 человека, просто я немного в другом качестве, добавил певец в Инстаграм. Рассуждения артиста растрогали поклонников. Я даже прослезилась. Так круто. Самый лучший пост об отцовстве, который я когда-либо видела, как повезло маленькому Антону с родителями. Будьте счастливы, Лисовы, прокомментировали пользователи. Жена музыканта рассекретила свою беременность за несколько недель до родов. Анжелика снялась полуобнаженная и похвасталась округлившимся животиком. Девушка вышла замуж за певца весной. Уже тогда она находилась в интересном положении. Однако подписчики Лисова об этом не догадывались. Личная жизнь наладилась и у Ильи Прусикина. После развода лидер Little Big закрутил роман с подругой Мариной Кравец.